Два десятка машин отправились в путь по Ульяновской области с благородной миссией поздравить с наступающим Новым годом жителей самых отдаленных уголков нашего региона. Традиция отправлять караван добра продолжается несколько лет. Дети, малоимущие и нуждающиеся из 8 районов области получили подарки, отправленные ульяновскими благотворителями. Проводить караваны, отбывающие в районы, пришел глава региона Сергей Морозов. Подарков много набрали? Достаточно. Но традиционно и в детские дома в том числе? Да, конечно. Если раньше мы ездили, у нас детских домов было один в Майне, сейчас мы едем, у нас 3 детских дома. Среди организаторов благотворительной акции – клуб «УАЗ Патриот Ульяновск», издательский дом «Ульяновская правда» и фонд «Дари добро». Позже присоединились другие автоклубы «Ульяновска» и просто неравнодушные. Благотворители мечтают охватить весь регион. Пока же каждый новый выезд – рекорд и по количеству машин с подарками, и по количеству районов, куда выезжает караван добра. В этот раз в районы отправилось 23 внедорожника. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости «Улправды ТВ». Yeah.